Всем привет! Это новый выпуск «Еды человека». Снова хочу вам рассказать про жевательный мармелад. Был в Агате, с семьей, естественно. Решили купить малышу жевательный мармелад, пока едем в машине туда-сюда пожевать. Не было моего любимого Эки-Боки, Яшкина производит. Была только Фрутелла. И Бон-Пари, по-моему, еще было. Ну, в общем, решили взять Фрутеллу. Почему? Потому что жевательные конфеты Фрутелла, их все знают. Я вообще с детства их люблю, эти жевательные конфеты. Ну и решили, что жевательный мармелад тоже у Фрутеллы сойдет. Во-первых, спелая вишня. Во-первых, что хочу сказать. Кстати, на обратном пути мы заехали в свой местный маленький магазинчик и все-таки купили жевательный мармелад от Яшкина. Вот Яшкина фруктовый микс. Фруктовый микс. Поэтому сейчас я как бы сравню эти два мармелада. Во-первых, цена. Вот эту Фрутеллу мы купили за 35 с чем-то, это за 37. То есть разница в 2 рубля, а по весу здесь 70 грамм, а здесь 170 грамм. Даже, то есть не в 2 раза, а больше, чем в 2 раза здесь, за ту же цену практически. Здесь мармелада больше. Вот. Кроме того, это дешевый магазин Агат, который якобы полуоптовый, соответственно, в обычных магазинах вот такая вот маленькая пачечка Фрутеллы еще и дороже, наверное, стоит, чем этого фруктового микса. Кроме того, я уже не буду тут... Тут якобы написано с натуральным фруктовым соком, натуральный вкус, натуральный цвет. Вот так он выглядит, этот мармелад в форме вишни. То есть, видите, тут такая вишенка, листочек у этой вишни. Вот, 70 грамм этого лимонада. Мармелада жевательного. Здесь тоже якобы с фруктовым соком. Состав, я думаю, будет у них практически одинаковый. Желатин, сахар, сироп глюкозы, ну там всякая другая ерунда. Вот ароматизаторы. Вот концентраты, черная смородина здесь вот. Ну, в общем, ладно, дело даже не в цене, не в том, что здесь больше, чем в 2 раза этого мармелада жевательного. Здесь только один вкус, здесь сразу 3 вкуса. Мне вообще вот это очень нравится. Хуже всего вот в этом мармеладе это отсутствие практически его вкуса. Вот его ешь, и такое ощущение, что в основном он сделан из воды. То есть тут вкус какого-то слабого химического вишневого компота. То есть даже не вкус вишни, а вкус газировки вишневой. Вкус вишневой газировки. Чувствуется, что он химический и очень слабый. Ну реально, по вкусу. Написали бы это не спелая вишня, а вкус вишни с водой. Ну, херня, короче. Вот херня, по-другому не скажешь. Вот здесь сразу 3 вкуса во фруктовом миксе от Яшкина. Огромный пакетос. Здесь 3 вкуса. Клубника, яблоко и ананас еще, по-моему. И ананас. Так вот, все они прямо очень вкусные. Дайте я поставлю пониже, чтобы вы видели. Он даже сравним. Это какой-то мягкий такой, растягивающийся. Этот более плотный, такой, жевать его приятнее. И он реально вкусный. Ананас реально вкусный, такой ананасовый вкус. Клубника. На самом деле... Вкусная клубника, то есть тут водой даже не пахнет. Вот это жуешь, и пока ты его распробуешь, проходит некоторое время. Вообще он мягкий какой-то. А вот это сразу ты вот начинаешь есть, и до тех пор, пока не съел, он тебя радует своим вкусом. В итоге, что можно сказать, Фрутелла... Субъективное мнение, я не эксперт, конечно же, но Фрутелла говно. Говно, тем более за свои деньги. Малюсенькая пачка. Ерунда полнейшая.
химическая ерунда. Может быть, здесь химии не меньше, в этом фруктовом миксе, но она чувствуется, ну, удачная химия. Реальный вкус, вкусный вкус, что скажешь, вкусный мармелад с ярко выраженным вкусом, который начинается сразу, а не какая-то водянистая херня, как вот в этой вот подозрительной фрутеловской вишне. Но он даже по консистенции менее приятный. Какой-то он... Вот сейчас у меня две мармеладки жуются одновременно. И вот когда их одновременно жуешь, вкус вот от этой полностью перебивает вкус фрутеллы. То есть фрутеллу я вообще не ощущаю по вкусу. Короче, не берите эту хрень. Увидите жевательный мармелад, берите Яшкино, фруктовый микс или там другая какая-нибудь фигня. У меня самый любимый Эки-Боки называется, но никак не могу его для обзорчика придержать. Все время съедаю. Ладно тогда, всем пока, всего хорошего, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ну и всего хорошего.